Ингрида, добрый вечер. Добрый вечер, Карина. Очень рада тебя вновь видеть. Я тоже тебя рада видеть всегда. На все самые модные вечеринки мы здесь встречаемся. Это так. Расскажи, пожалуйста, кого из дизайнеров ты сегодня представляешь? Чье такое модное платье на тебе? На мне сегодня платье российского дизайнера. Это шоурум «Мирная контора» Лёля Конторович и Полина Мирчева. Я представляю платье Елены Дюковой. Вот такой начинающий, талантливый дизайнер. Я решила ее поддержать и показать миру, что в моде тренд деним. Это деним, кстати, джинса. Здорово. А у нашего организатора день рождения у Татьяны. Давай пожелаем что-нибудь. Ну, я, во-первых, хочу вживую поздравить обязательно Танечку с днем рождения и пожелать ей, ну, она просто такая креативщица, вот то, что она даже придумала это мероприятие, поддержать всех отечественных дизайнеров, вот собрала их всех сегодня, и звезд вместе, и дизайнеров. Это замечательно, прекрасная идея в этот летний вечер. Небольшой дождик сегодня нам хотел испортить мероприятие, но мы все сильные, полны духом пришли сюда и демонстрируем наряды. Замечательно, сейчас и начнется, давай поддержим всех участников и порадуемся все вместе. Ну, Карина, я хочу все равно сделать тебе тоже комплимент, тебе такое замечательное платье, догадывался дизайнер, да? Да, это из моей новой коллекции, спасибо, Ингрид. Буду рада увидеть твой новый показ, когда пригласишь в следующий раз. Все, осенью жду, спасибо. Спасибо.